Сегодня у нас будет 3 этапа, на котором в общем ушло 52 тысячи рублей. Первым мы постараемся скрафтить АВП Великий Демон за 30 тысяч рублей. А уже в третьем выбить бабочку за 2 миллиона рублей. Я очень надеюсь на вашу подписку и не забывайте про розыгрыш, который сейчас идет в моем телеграм-канале. Первый этап — это крафт Великого Демона. Это тот самый авик, во-первых, который подойдет ко мне в сет, ведь там фиолетовый скоп. И второе, как мне кажется, это второй огненный змей, потому что как он растет в цене за пару лет, это, честно говоря, очень странно. Ну и кейс, из которого он выбивается, стоит 1500 рублей. Я уже выложил весь контракт, и просто если на это посмотреть, ну это жопа. По факту у нас есть всего лишь 5% на то, чтобы выбить этот авик. Мне честно скажу, очень стрёмно. Я контракты очень давно не делал, но я просто нажимаю кнопку, но я не смотрю. Я очень надеюсь, что там еще камера. Почему? Этап номер 2. Это 25 кейсов, из которых 15 революций и 10 расколотая сеть. Ошибся, не расколотая сеть, а разлом. Все, что я хочу отсюда выбить, это, наверное, ну, тот же самый ножик, кровавая паутина. Но падать нам будет, видимо, только говно. У меня даже инвентарь адекватно не обновляется. Еще хуже, полный смрак. Ладно, погнали открывать революцию. Здесь я хочу взять себе какой-нибудь порог. Ну вот это будет, ну, реально намного лучше, чем что-то, ну, еще. Но выпало нам, как всегда. Вы, наверное, видели мини-нарезку, и перчатки мы так и не выбили. А это значит, что мы переходим к третьему этапу. Ну чё, третий этап, а это у нас 75 кейсов грезы и кошмары. Прикол тут в чем? То, что есть всего лишь 2 кейса, где падает бабочка изумруд за 2 миллиона рублей. Это первое. Как раз где мы демона крафтили, это хищные воды. Один кейс стоит 1500. А второй — это вот этот грезы и кошмары. И здесь троп сам по себе полное говно. Если не выбивать бабочку. Бабочки тут есть легенды, волны и как раз тот самый изумруд, который, ну, и очень сильно нужен. Давай, выбиваешь бабочку, Максим дарит тебе СРТ. О! Давай! Я очень буду рад этому, прям с кайфом. Насрать, у меня СРТ-шечка будет лежать и кайфовать. Он продаст ее и просто все деньги вложит кейсы. Да, я буду заново их открывать и все. Не, ну если вот по факту, у меня сколько кейсов без желтого? Наверное, 150 и плюс-минус должно уже подходить как раз тем, когда должен падать этот. Да не, да, ну не, должен. Олег, ты понимаешь, да, что вот у Урагана там, ну, чуть меньше 200 тысяч подписчиков, так? И он покупает по 75 кейсов. У тебя 8 миллионов, ты покупаешь по 100. Олег, тебе не стыдно? Пошел, у меня получается плюс-минус так же, потому что вот эти 75 кейсов выходит, наверное, в 25, крафт 8 тысяч. Ну это нет, это мега фан. Я не готов все деньги вбрыхивать в кейсы. Знаешь, нет, это не выпадет. Нет, я знаю, что надо сделать. Надо сделать вот так вот, растянуть. И если падает нож, как бы я открываю, если там будет не бабочка, это будет полное очко. Ну потому что... Ну когда выпадает вот здесь, ты вот так вот делаешь, и там... Бля... Ну не, ну ладно, она стоит, ну, дешево. Типа МП9, она реально самая дешевая, которая есть из тайных. То есть здесь тайны, максималка 17 тысяч у калаша, но это статрек прямо с завода. То есть по факту такое выбить, но это надо жопу так порвать. Так а нафиг ты открываешь этот контейнер? Бабочка, за 2 миллиона рублей. Ты понимаешь, насколько это мал шанс? Факт, другие. Это подожди, огромный сколько факт. Сколько один кейс стоит? Сколько один кейс сотка стоит? Сотка плюс 230, этот, как он называется? 300 рублей, короче. 100 рублей? 100 рублей стоит, подожди, кейс? Да, кейс 100 рублей. Дорого. Yeah, нет, это дешево, потому что эта же бабочка лежит в кейсе за 1500. То есть здесь Ураган, отчасти... это не дешево. Я выбивал перчатки за 70 тысяч рублей из кейса, который перчаточный, который стоил что-то 50 или 40 рублей. Я выбивал ножик за 150 тысяч рублей, который стоил на тот момент 15 рублей. О! Ничего себе! Не, нам, кстати, такая штука вроде падала, как раз когда мы все кейсы открывали. И она стоит рублей 300 от силы. Возможно, кейс окупила. 300, понимаешь? Пиздюк. Вот это просто пиздюк максимальный. Ты не успел это. Да можно, пожалуйста.
ножик и все. Я не знаю, я твой бабочке буду рад. Ты слишком мало денег закинул в КС. Кого мало? Говорит Олег, говорит Олег. Я не знаю, финансы ролика, 1060 уже. 100 ключей. Так. Ой, да, сколько? 75. Ну, 75. Ну, до этого еще 25 было. Ну, а мы что, этого не видели? Ну, вы этого не видели, ладно. Значит, не надо врать. Три фастом надо. Давай, ладно. Один. Блять, и если ща выпадет, я вообще выпаду, клянусь. Два. Два. Блин, и последний. Три. Бля, давай. Ах ты ж, блин. У нас остается 4 ключа, и ну... Ах, ладно, нет, блин. Наверное, в первую Артём. Партию я не верю. Слышу. Артём, да? Давай вот, смотри, ты в шапке сидишь? Нет. У меня шапки короче. Нет. Тебе надо шапку или какую-нибудь кепку, и вот смотри, если тебе падает нож, и ты просто такой... И, типа, ты такой делаешь, что ты такой... Блять, лям 200 на балансе, нахуй! Опа, хорошо. Кстати, это какой? Нет, это кусок говна. Пока мы открываем кейсы, Максим добавил в желаемую игру симулятор дворника. Вот это я понимаю. А что ты мое желаемое? Описание игры. Давно мечтали убирать улицы, это игра для вас. Максим, мы что-то о тебе не знаем. Олег ворует у меня игры, которые я хочу снимать. Ай-яй-яй, что ты делаешь, Олег? Что-то ничего не знаем, или что? Олег бездарь. Симулятор дворника. Да, по-братски. Вот они пока там пиздят, можно выбить ножик. Вот прям под вот этот галдеж, это будет идеально. Вторая партия, первый кейс. И вот со второй я почему-то, ну прям верю в то, что мы, возможно, упадем. Там фиолетово прокатывает. Вот это сейчас фастом открою. Вот это сейчас фастом. Вот этот? Давай. Не знаю, ты вон сам чувствуешь, что сегодня что-то будет? Пиздец как чувствую. Вот здесь прям очень сильно я чувствую. Даже больше, чем в прошлом раз, когда все кейсы открывали. Я говорю то, что тайная стартрек выпадет. А что ты готов? Когда много, открывается, я прям тоже чувствую, что выпадет. Если реально выпадет, я не знаю, я 0,3 миллиметра уебу себе. Если именно бабочка изумруд уебет. Смотри, смотри, ураган. 0,3 миллиметра это что? Ураган. Стрижка. Ураган. Ураган. Шумички проставишь ты передо мной, если выпадет? Как нехуй! Хорош! Но не, самое главное, бабочки, чтобы выпало. Я даже сам за тобой приеду вот твою эту вот, ну, вот эту, да. Так, ко мне в гости, ко мне в гости. Да. А ножик надо можно? Ехать, пожалуйста. Блин, да? Олег, завидуй. Можно ножик? Ну, пожалуйста. Со второго, конечно, ну, можно. Как бы, партии, это же изумительно будет. Вот единственное, что я заметил, это замок мега уродский у этого и кейса. Найсик, да, это... найсик. Не, ну, найсик, пока, найсик. Если смотреть, нам выпало, ну, кстати, ну, говно. Не, ну, смотри, ну, начнем. Нет, три фиолетовых, одно розовое. Ну, фигня. Ладно, кольте ключ, кольте этот кейс. Первый ключ, последний кейс. Ох, нормально. И это фастом сразу escape нажимай. О, хорошо, Олег. О, давай, первый. Первый, хорошо. Вот так, фастом, не фастом? Да, нормально, открывай ну, так. Ну, давай просто. Вот так. Если сейчас нож выйдет, я хуею, клянусь. Пожалуйста. Ну, реально, ну, две серии без ножа, ну, это кусок говна. Ну, это прям, ну, пиздец. Так, а тебе такая же выпала штука? Нет, ему выпал билет в ад, Юспик. Да. Ну, 150 рублей. Вот это. Ладно, смотри, я попросил Гейба. Третий ключ. Я просто попросил Гейба, чтобы он сейчас сделал что-то хорошее. 27-й кейс. Этот вот бам, бам. И фастом. Не повезло, достал Уизи. Вот, сейчас я попросил Гейба, чтобы он тебе сделал подарок. Поэтому можешь открывать любой твой выбор, там все равно будет нормально. Там все равно будет нормальная синяя шмоточка. Все равно будет нормальная синька. Не, смотри. Ну не надо, пожалуйста. Он сказал, что синевы точно не будет. И, ну... Но я пока лидирую. Гейб пиздобол пока что. Там задержка. Ладно, давай вот так вот. Пинк, 130, ну, наверное, ну. Вот сейчас должно. Вот прям 100%. Ну не синева, сейчас точно не будет. Олег, если бы ты знал, я же говорю. У нас 1-1. Не, я же говорю. Я же говорю, что, ну, типа, он сказал, что синевы не будет. А можно на ножик там, ну, наколдовать вот с Габеном вместе, пожалуйста. Ну, это сложно. Ну, нужно договориться. Статрековский, вот это кайф. 7-й ключ, 7-й кейс. Так, 7-й ключ, 7-й кейс. Let's go. Фастом давай. Фам. Блять! Nice. Ну где, а алло? Макса больше не слушай, это вообще блять, у нас уже кейсы кончаются. Надо прекращать открывать фастом, и надо, чтобы можно выпадал ножик. Нормальный кол. Давай. Смотри. Кол. Осиновый. Смотри. Последний кейс. Последний. Пятый. И, ух ты ж, третий. Давай, третий. Бам. Пожалуйста. Ну, красная прям в самом начале была. Пожалуйста. Ну, это тиль, да. Ну, да, я же говорил, третий с конца. Ты что сделал-то? Третий давай, с конца, давай. Было, ты, короче, вот открываешь, уже когда замедляется прокрут, ты просто escape жмешь и все. Не, есть, знаешь, говно. Какая тема? Можно сделать что-то по скорость, типу... Спид-лимит, типа 60 км в час? Не, вот так вот, ща. Короче, открываешь консоли, сейчас вот эта линия есть, вот так вот ставишь, и все. Ты не видишь, что находится вон там вот. И...
Уета. Как же изумительно работает. А увеличь скорость прокрута, там же была команда какая-то раньше в CSGO. Не, вообще не знаю об этом. А что такое? Ты хакер, да? CSGO. Какая команда, что еще раз делаешь? Команда, чтобы скорость прокрута. Вот она, малышечка, какая говна кусок. Ладно, последний кейс второй партии. А ты сильно расстроишься, да, если сегодня не будет ножа? Ну, честно говоря, пиздец, как сильно. Ты уже, да, чувствуешь, что его сегодня не будет, да? Он будет, я верю, до самого конца. Это получается третья партия. Пиздец. Не, навахи здесь нет. Я прям не знаю. Самое дерьмовое тут даггеры. Не важно завтра перенести, как будто завтра что-то выпадет, нет? Ну, и так каждый день откладывать. Ну, такое себе как будто. Каждый день открывать по одному, и рано или поздно это случится. Пожалуйста. Ну, блядь, маг 10. Как же классно, просто. Как же классно. Не, ну по факту фиолетовых нормально закидывает. Но мне это не надо. Мне нужен один ножик. Всю синеву и один нож. Дай мне просто, и все. Нет, нельзя. Блять, ну габенчик, ну что это за скам? Нельзя, ну нельзя, просто нельзя. Розовый, ну вот сейчас ножик, ну пора. Ну нельзя же тебе, я тебе сейчас все сказал, а? Ладно, статрек, калаш прямо с завода. Хватит тебе. Этого мало. Это по факту второй ножик на этот аккаунт. Это очень мало. Я свой ножик пошел слив, чтобы вот эти кейсы пооткрывать. Это не мало. Это вот достаточно. Угомонись-ка ты, а? Нет. Мне нужен еще один ножик за 2 миллиона рублей, пожалуйста. Еще один ножик за 2 миллиона рублей? Нет, один ножик, первый ножик за 2 миллиона рублей. Ему уже этот ножик выпал, и он пацанам захомячил, не сказал ничего. Да, да, чтобы шурмой не делиться с Максом, вот это кайф. Это, мне кажется, мега дебилизм за 2 ляма выбивать бабочку и того. Открывай кейс. А это на 2 Францию тэпнуться. Я так им, ну, не того, не могу. Да ну, что это падает? Ну, зато прямо завода, спасибо большое, просто контракт можно будет сделать. Let's go. А кейсы-то кончаются? А кейсы-то кончаются. Где-то приблизится и откроется нормально. Блять, ну, может, пора бы уже иконочки выпасть, пожалуйста. Я говорил. Подожди, надо понять, где нож штука. Будет, но вот будет обычный серенький. Нет, простой. Нет, нельзя, нельзя, нельзя. Надо нормальный охуенный ножик. Бабочку, хотя бы просто волны. Чё ты? Олег, что-то в попу влетело. Нож выпал. Реально? Смотри. Давай. А ну, нихуя себе, ты кошку и нож путаешь, статрековский, кстати, прямо с завода. Первый ключ, последний кейс, ну давай. Вот, первый ключ, последний кейс. Я блядь, фастом, сейчас давай, фастом, эскейп. Блядь. Ну, ой, ладно, нормально. Ой, сколько осталось? 26 кейсов хороший осталось. Хороший пол. Олег, Олег, да, крытых, ты ж, блин, уже, да, а? Да. Уже точно не синьку, Олег, выбиваю. Блядь, ну можно ножик, пожалуйста. Найс. Вот это, сколько у нас осталось? 25 кейсов, в общем. А ДД будет? Не будет, нет. На сотке. Нет, так не. Не будет, так по факту 100 кейсов мы открываем. У меня 25 кейсов, я открывал в начале революции, я пытался вайсы выбить. Надо открывать кейсов, пока не выбьешь нож. Ну не, ну это у меня уйдет полмиллиона. Застал на день рождения 100 браво. Алло, 3 браво, 12 тысяч стоит, ты чё, вообще что ли? Фу, нанищем что-то. На 25-летний юбилей 100 браво открыть. Либо хотя бы 25. Я ж для себя открывал, мне достаточно было. А может быть ножик пора показать? Было бы, вообще кайф было бы. У меня тайны один раз пролетело, можно Олег, хотя бы, а не два. Меня вообще Макс даже с днем рождения не поздравил. С днем рождения, Олег. Алло, я тебе голосовое, и Артем тоже, и Артем тоже. Пиздёж 0.13, самый первый. Так что, ну, не колысит. Вот давай, вот можно за тот уж самый первый поставил ножик дать, пожалуйста. Спасибо большое. Вот два скара, просто изумительных говна. Да-да-да, пожалуйста, не удивляйся. Вот просто с этих двух партий намного все хуже стало, чем это было в самом начале. Ну а ты как думал? 20 кейсов ровно осталось. Ну дай, пожалуйста, нам изумрудный нож. Я готов это терпеть за изумрудный ножик. Вот вообще без проблем. Если он мне реально дастся. Дай просто ему бабочку, но не изумрудный, пускай он успокоится. Факт. Факт, блять, да, она полляма стоит, волны, отсюда бабочка. А, нет, тогда какой-нибудь 1005, и все, он успокоился. За 1005 нет, есть африканская сетка. Реально, кухонный просто. Нет, кухонный не надо, пожалуйста, не надо. Да, ну может вот сейчас. Ну, блядь. Макс 7, блять, как классно. Подожди, у нас это кончилось, получается, у нас осталось сколько кейсов? Мало. 10. Хроматическая еберация. Подожди, это сколько, 16 кейсов у меня осталось? Давай, треть, нет, это четвертая партия уже получается. Я там АВП прочитал, как хроматическая еберация, я букву не увидел. Ну, о, да,
даже вот этот кусок говна не падает, который стоит 200 рублей, ужас. Его используют в контрактах. Ну почему? Ну почему не нужно? Это просто самый дешевый розовый, который можно купить. Что за контракты с него делают? Ну, это просто для заполнения. Бля. Это просто для затравочки. Просто абриганский юз, спасибо. Молодец, какой Артемка. Вот, блин, красава, реально. Видишь, Артем, как он радуется твоим неудачам? Ебанутый. А мог бы пацанам шаурму купить? Вот реально. Вот твоя шаурма. Я не знаю, сколько рублей это стоит, но вот твоя шаурма. Блять, ну вот это на это посмотреть, ну это реально жопа. Пожалуйста. Нет, 150. У меня 150 стоит. Да, 150 рублей. Это где так дешево, блядь? 250 рублей в Питере. Ты где? Алло, в каком селе живешь? Секрет нам. Подожди, стой, 11, это 12 кейс. Осталось, да, 11. Наверное. Блять, ну это очень обидно будет, ну пожалуйста. Нет, даже красного не дает. У меня получается 100 плюс. Гейб сидит на своей яхте, опять привет записывает и просит от тебя 100 кейсов, а не 75. Вот так реально. По факту 100 кейсов и есть, блять. В первой части я открывал 25 кейсов после контракта. Сейчас за один прокрут. Мы же не видели, значит врешь. Да, мы сейчас только видим 75. Какие же вы душнивые, пиздец. Ну по факту, мы же этого не видели. Блять, подожди, остается. А зрители это видели, вот эти 25? Да, видели. Не верю. В самом начале 8 кейсов осталось. То в конце дроп ничего не. Потеря, вот, ну как бы вера максимально. Я трачу второй ролик подряд. Я за 15 кейсов выбил нож, алё. 15 кейсов, ничего себе. Спасибо большое за маг 10 стат-трек. Пожалуйста, пожалуйста, стараемся, работаем. 6 штук. Пожалуйста. На последних двух дал нож. Возможно, возможно. Пожалуйста. Сильно охуел, если бы тебе две изумрудные бабочки дроп. Я бы охуел. Прикинь, это вообще. Я поехал бы себе квартиру покупать в Питере, клянусь. Ты бы не нашел квартиру. За 3600 спокойно можно найти. Курила квартиру за скины. Тогда. Реально обменять квартиру на скины. Риотов на их махуй вообще. Блять, 4 кейса, пожалуйста. Срочно снимать надо. Пожалуйста, блядь. Обменяю воина BMW E34, нахуй, блядь. 3 кейса, это пиздец. Это пиздец. Ну, да, пятерка делали. Я не знаю, сколько мы, в общем, выпало. Ну. Это ГГ. Это, вот это, бля, реально, ну, ГГ. Нет, дайте еще не ГГ. Нихуя себе, он чистый. О, прямо с завода, да. Ух ты ж. Нормально, красавчика. Спасибо большое. Это чисто юз для этого, для бодикама. Оху, я вот так вот делаю. Нет, подожди, надо растянуть. А я вижу, вижу. А, там золотое, там рядом золотое. Ох, блин. Вот сейчас относительно можно расстраиваться, только не открывай эту хуйню. Не, уже можно. А я давно, я сразу сказал, что ничего не выпадет, ребят. Эх, блин. Блин, блять, какое же уродство, да, это пиздец. Да, деп, да, да, деп, нет, да, деп, депа! Деп. Финальный четвертый этап. У меня осталось всего 10 тысяч рублей, и у админа форсдропа я попросил сделать промокод и для вас, и для меня, который будет давать 70% при пополнении баланса. Мне сказали то, что мы не можем сделать его на долгий срок, поэтому он будет действовать всего 2 дня, поэтому мы нажимаем на плюсик, и вот здесь вот вводим 70%. Ураган и закидываем 10 тысяч рублей. Ладно, я закинул десятку, плюс промик мне дал еще 7 тысяч. И... ну нет, здесь мы обязаны что-то довыбить, поэтому подожди, где сразу? Я хочу VIP-кейс 3 штуки прокрутить, потому что... о, сколько? Ну, 15 тысяч сразу. Если сейчас что-то не даст, ну это очко будет, ну максимально. Меня и в КС-ке, и здесь. Давай, и подожди, ну эмеральд вы, блядь! Ебать! Это пиздец же, да? 11 тысяч, ладно, нет, неплохо, подожди. Ладно. Еще 2. Чисто Макс Бетом идем. Так. Это мой ник. Да, да, да. Максим Макс Бетов. Он самый. И, блять, а может быть. Ах, пиздец. Подожди, можно тоже на 11 тысяч, понял. Хорошо, спасибо. Ладно, еще один. У меня остается 2 тысячи. Если это будет вот, ну, чисто слив, это пиздец. Смотри, ураган. Открывай здесь этот кейс, который ты сейчас открывал в КС. Опять дуалити? Подожди, где он? Где он? Давай, давай, давай. Сейчас. Самый идем. Нет, твой кейс максимально помой. А тебя убрали, Олег. Нет его, кстати. Прошер, как, Иисус, есть? Был. Да, есть еще, есть. Подожди, как он назывался? А где грёзы и кошмары? Прошер раз, он, кстати, окупался вот, с него вообще, держу в курсе. Dreams and Nightmares. А, вот, да, легенда. 10 фастом. А ну, и... сколько? 600 рублей, фигово. Еще раз 10 быстро. 850. 108, блядь! Ох, блядь. Ладно, еще один.
Пожалуйста. Ну там ну, чисто, ну ладно, сейчас хорошо. На 500 рублей окупились, отлично. Ладно, давай ластовые 10 и ливаем. Ага. Нет, этот кейс просто блин. Проклят. Я прям уверен на 100%. Надо что-то адекватное крутить. Мои, о, мои, вот мои он, кейсы. Вот он, смотри. Вот они. Алын на Олега. 4 nice. Штуки. Олег, ты понимаешь, что не окупишь, смотри, но как бы ты весь смотри. Ролик нет, оплачиваешь. Нет, 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 нет. Чего? Не да, было да. Условий. Было, не было. Таких условий. Не было. Олег, ну ты, а, как, Олег, ты просто, ну, кошмар конченый. Вот, ах ты ж, блин. И сколько это? 2600? А под... О, ладно, подожди. Олег, я всегда верил в твои кейсы. А вот за это слова я больше не... Смотри, 2400, а потратил на 124 рубля. Обманул. Ай-яй-яй, Олег. Вулкан, блядь! 45! Нихуя себе. Ребята, извини, я на коленях. Подожди, теперь, подожди, нет, я хочу VIP открыть на все эти бабки, где... Нет, подожди, 45 тысяч. А что мне этот коллаж? 45, нет. 99 тысяч. За 99 мне не хватает, давай, ультра комбо за 40 тысяч. Ух ты, ебла. Мак комбо? Это да, которое... Да, это самое. Биг Мак? О, у тебя еще 6300 бонусов есть вот эти вот. Блядь! Подожди, да, ну вот это 25, люди. По идее, понятно. Да? Нет, 54! Ебать, 60 вот тысяч на балансе, подожди. Вот это теперь, за 50 тысяч открываем. У меня десяточка еще имеется. Чисто по-братски бабочку, там не выбил, хотя бы здесь дайте. Блядь, блядь, блядь! Блядь, блядь, фаё! Это, ну подожди, нет, это 60 тысяч вроде как. Не, она дорого, дорого. Ебать! Ну, а всё, зачем вот так много? Выбили. Подожди, ладно, у меня вот еще десятка есть. Блядь. У меня еще есть десятка. Ну, чистая вода. Вот и бабочку. Ну это все бабочки. Это тоже бабочка. Да, минимальная дорогие, бабочка да. Стоит 60 тысяч рублей. Это прям, ну, потертая сажа, ну, кусок это дерьма. Это надо какой кейс открывать? Грозы кошмара, да? Нет, вот этот. Так, теперь идем открывать. А я не помню, кстати. Вот успешный успех. Олег любит как раз вот это вот. Стэтхэма. Давай, let's go. Подожди, красная линия за ебись, убийство нет, подтверждено убийство вообще отлично. 3000, нет. Где-то 7000. Нормально, а, нормально. Ну ладно, я вообще перепутал, но нормально. Десятка обратно. А, ну по факту тот но же балик и вернули. Надо что-то выбить, чтобы апгрейд контракт туда-сюда налево. Не-не-не, мы таким сегодня не страдаем. Мы чисто как кейсы это? Открываем. Ну, а слабость, как? Слабый. Реально лох. 3000, графит, это пизда. О, графит дохуя стоит, пиздец. Это что за хуйня, подождите, графит блядь. Очень дорогой. Да, вообще адекватный. А чисто логично, а что если сделать вот так? Не-не-не-не-не-не. Давай, стой, стой, убери нож, не надо, да нож оставь. Нет, нож, оставь. Нож вот. добавь нож. Блядь, ну ты понял? Вот вообще, что ли? 480 тысяч. Жми, ты вообще мужчина. Идиот или что? Мужчиной будешь, если нажмешь. Жми, жми, блядь. Жми. Не на... Ой, хорош. Идиот. Бля. Какой ты тупой, я какой ебана. Ты тупой, какой ты идиот, какой ты просто... Сука, ну... подожди, Олег, откуда они... мы выбили, откуда... А, мы из ультракейса это выбили, сука. Ну, подожди, ладно, продал. Мы идем вип, мы идем вип, мы идем вип, нет. И подожди, я бабочку я хочу. Я 10 раз сказал, зачем? Нормально. Идем вип открывать. Мне не хватает, алло. Нормально, алло. Пожалуйста. Зачем это надо было? У тебя и так нож бабочка была. Ну я мог получше взять. Вот как раз ту, которая рядом. Красный зверь, красный зверь. Вот и получи. Азимов. Ладно, Азимов по идее может спасти. 8 тысяч. 27 мы получили, открыли в минус. Ладно, за 30 тысяч открываем. Это проклятие сейчас. Знаешь, лохов вот таких. Олег, если бы он не рискнул, он бы не узнал, что могло бы быть. Ну вот тоже верно. Валите, валите. Распространение 4-5 тысяч максимум, да? Стенок выпал, алло. Nice. А, нихуя так себе! Так это слив все равно. Подожди, стой. В минусе. 8, 39 тысяч. Боже, нормально. Виды молча, реально, блядь. Чел, нож выбил сейчас только что ты забил. Где нож? Бля, пожалуйста. Вот сейчас, вот сейчас ножик дай, вот сейчас ножик дай. Мраморный есть один, два, два, три. Что? Ну ладно, дороже будет. Ладно, не камбэк. Тогда все равно было больше у нас. Охуево. Что делаем? Идиот, идиот. Делаешь, давай, делай, делай, делай. Идиот, блядь, ну после этого как будто надо будет уже на паузу брать. Делай, делай. Нет, сейчас блядь, прохнет. Давай, нет, давай нет, вот нет, так нет, вот нет, и next нет, вот нет, эти базы кинем. Все уже, все уже, делай все. Дурган, все, сейчас прохнет, потому что тогда не прогнул, сейчас прогнет. Блядь, я ее хотел, кстати. Я очень сильно ее хотел. У нас есть еще 2000, подожди, пока пусть она валяется там. У тебя 7400 бонусов есть. Продавай бабочку и в апгрейд. Нет, 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 подожди, 2000. Ну нет, это хуйня как будто бы будет. Это нам не надо. Вот это вот, чисто чил. По-братски, вот сейчас нужно, ну, апнуть чутка баланс. 7400 из бонусов есть, если что, назад вернемся. И лучше так, вино так, это 150. Так, 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 ну. Мало, ну, очень ну, мало, ага, кстати, ага, вроде так, как. 4000. Ага. А мы окупились. Подожди, вот так вот. Даже вот я вот. Хочу апгрейд, хочу зачем апгрейд. Зачем тебе апгрейд? Ладно, давай я ножик ультрафиолет этот на апгрейд залью. Идиот. Ну ты хочешь другой, апгрейд. Другой, ну, подешевле давай, что-то. Давай, ну что-то давай, подешевле, давай, подешевле делай. Что-то. Да не, делай. Кот красный есть. Не, ураган, если он хочет, давай, делай. Так я хочу, ну, дешевле. Я хочу, ну, не нож, бабочку. Василиск хуйня. Поэтому Олег. Блять, ну пожалуйста, дай что-то. Сформулируй мысль,
а потом скажи, Максим. Да, Сань? Пошел буллинг по полной программе. О, калашик. Это, кстати, из того, который мы и открывали, из «Грёзы кошмары». Ай. Бля, ну давай вот сейчас чисто, ну, какую-нибудь эмочку потока информации. Можно на заказ прям? Не надо. Сука. Ага. Сколько денег? Подожди, 1000. Блядь, мы на нищем. Ставь, открой за бонусы, у тебя за бонусы. За бонусы? Где это только штука? У тебя бонус там, бонусов 6000. Вот, вот так вот, бамс, открыть быстро. Ну, чисто по факту на бонусах сейчас поднимем. Механа пушка неплохо. А 40 000 чемка. Что выпало? А что такое другое? Поток информации. Вот ее в апгрейд. Найс. Давай, быстро опять. Тут ничего нет. Ну ладно, не, нормально. Ты баланс фармишь, давай. Проебали. Ай, молодец. Ладно, один открываем, последний, нормально. Ты баланс себе нафармил, это кэшбэк ебанул просто за открытие за все. Кэшбэк. Кто-то, блядь, кровавую паутину. Камуфляж может быть. А, это не ты, блядь. Нет. Сука, это лапки, ну косарь, по идее. Ага, понял, сотка. 5000, ладно, открываем VIP и можно сворачиваться 100%. Нет. Ну ладно, давай, ладно, тайна на все бабки. Это сколько будет? Это 7 штук. Нам в прошлый раз отсюда за 35 тысяч выпало. Да ладно. Тайная всегда дает. Тайная заебись. И вот спорт. Блять, нет. Дерьмо. Ну тебе не дало. Макс, нет, ну по факту мы забрали очень много. Прям мега много. И это кайф. Подожди. Ну может быть камбэк? Не, ладно, нахуй. Все, мы оттуда заиграемся. Самое главное, вы знаете меру. Не пытайтесь до самого конца слить свой баланс. И также напоминаю про самый имбовый промокод 70 ураган. Он будет действовать до 5 числа, поэтому реально торопитесь.